Так, это сейчас, возможно, будет шумно. Это вот так. Приехал мой один из заказов. Это ручка Лами. Я заказала ее. Так, это Сафари. Так, немножко мятая. Что еще здесь? Да, она совсем мятая. Но посмотрим, как она внутри. Так, внутри окей, все хорошо. Лами Сафари. Это самая тонкая, кажется. Да. И я еще до этого уже получила вот такой лами, значит, для этого цвета, для этого фиолетового цвета я заказала такие такого же цвета чернила. Мне удобно, я буду знать, что у меня в этой ручке стоят фиолетовые чернила. Иногда мне хочется чем-то таким пописать, заправлю, посмотрим, как это будет выглядеть. Там, вот здесь какие-то чернила уже стоят, я думаю. Ага, здесь просто обычные синие чернила стоят. Ну, голубые они даже такие. Но для того, чтобы эту ручку... Это картриджи. Вот тут я оставлю пока эту коробочку. Колечко снимаем. Достаем картридж. Длинная сторона уходит в колпачок. Короткую сторону вставляем в нашу ручку. И такой немножко придавить нужно. Чуть более. Обычно, конечно, я додавливаю путем закручивания. Стараюсь сразу ручку не терроризировать, скажем так, а дать ей возможность напитаться чернилами. Вот они стали уже там. Напитаться чернилами. И так, это вот так, чтобы сразу... Сейчас я посмотрю. Так, возможно, нет, так не видно. Вот так видно. Это одна из самых-самых тонких ручек. Тут прямо какая-то... Я сейчас кутикулу стараюсь не обрезать, а просто отодвигаю ее. Хочу дойти до состояния, когда кутикула чуть-чуть сама умеет себя восстанавливать. Так. Можно, я не знаю, стоит ли уже ее попробовать расписать. Так, у меня остались эти листики. Сейчас о, чудесно. Все, она прекрасно пишет. Очень тоненькая, красавица. Супер отличная работа. Прямо обожаю эти ручки. Также у меня здесь в кадре гуляет чернила, гуляют. Crystal Ink, цвет топаз. Топаз. Окей. Пускай будет цвет топаз. Я еще жду ручку. Я хочу попробовать, во-первых, вот такой цвет чернил. Но здесь, наверное, не очень видно, хотя, возможно, да. Вот такие они очень красивые. И также вот сейчас я жду ручку, и я уже заказала наполнитель, то есть не нужно будет менять картриджи, нужно будет набрать чернила через ручку, то есть они так будут набираться, но я попробую, придет, я продемонстрирую, как это будет выглядеть. И попробуем, как будет работать. Никогда у меня не было ручки перьевой, которая бы набиралась прямо
Вот, так что такие у меня сегодня обновления. Очень мне нравится, люблю, когда такие красивые вещи приходят. А сейчас, может быть, еще несколько каких-то надписей сделаю. Вот свои тетрадки. Записи. А вот здесь есть разные идеи. И, например, вот рядом с черным пишем лами. Ну, великолепно пишет, тонко, легко, рекомендую абсолютно всем. Здесь такая вот есть гравировочка у нас лами. Одна из лучших чернильных ручек, перьевых ручек. Вот такие у меня новинки. Ну а вот это посмотрим. Цвет очень красивый, я люблю такой цвет. Одно время я даже вела таким цветом вообще все любые записи. Сепия такой, он не коричневый, а размытый, приятный очень. Посмотрим, как у меня получится. Спасибо вам большое. Пишите с удовольствием.